Идите, ступайте к флигелю. Филиппина, а ты веди им до вина. Прощайте, други. Прощайте, мамка. Мамаша, посмотрите-ка на Таню. А что, их прям мой друг, признать очень, я всегда такая. Вы не тревожьтесь, мама, очень интересно то, что читаю. Да как-то Бог не знатый, да как же, мама, повесть двух сердечных, влюбленных двух, меня волнует, мне так жаль их бедных. Я взял смелость привезть приятеля. Рекомендую вам Онегин, мой сосед. Я очень счастлив. Помилуйте, мы рады вам. Присядьте, вот дочери мои. Я очень-очень рад. Пойдемте в комнаты, и, может быть, хотите на вольном воздухе остаться. Прошу вас, без церемоний будьте, мы соседи, так нам чиниться нечего. Прелестно здесь, люблю я этот сад укромный и тени. В нем так уютно. Прекрасно, пойду похлопотать я в доме по хозяйству, а вы гостей займите. Я сейчас. Скажи, которая Татьяна, да, та, которая грустна, и молчалива, как светлана. Я влюблен, а что, я выбрал бы другую, когда мне было так тихо. Милый друг, волнами камень, и серебро за лед и пламень. Как мы взаимно разнотой.